Всем привет. Как?
Бред. Первый готов. Забавно. Забавно. Лол. Ну, в принципе, понятно. Изи. Ну, это я зря сделал. Не предполагал, что это возможно. Я умер. Окей. Ну, это было ожидаемо.
без гриба, интересно, могу вообще здесь пройти? Номер 3. Короче, ничего нельзя подбирать. Но это неудивительно. Моё не понимать. Может, мне все же нужно эту штуку взять? Я могу это сделать. Да, тогда блок перемещается ниже. Окей. Изи. Надо было правее прыгать. Это самый безопасный путь, мне кажется, делать как можно меньше прыжков.
почему я не прыгнул? Непонятно. Лол. Супермен какой-то летает. Как этой хрени пользоваться? Лол. Интересно. Смогу ли я здесь перепрыгнуть или нет? Вот. Поймал. Не понял, я с нее подпрыгнул.
Ожидаемо, ожидаемо. Сюда не залазь. Ну, наверное, я могу с него сразу отпрыгнуть. Моя смерть. Прикольно. Да как так? Почему такие большие хитбоксы? Продолжим. Чё тут слишком легко. Где все падающие шляпы? Чё, меня не убьёшь сейчас ничего? Тут-то что-нибудь упадет, да? Неплохо, в принципе, двигался для первого раза на этом уровне.
Ту-тум-ту-ту-тум. Окей. Мы почти в самом конце были. Я думаю. Меня сейчас убьет что-нибудь, нет? Удивительно. И что, это все? Изи. Агент провокатор, здорово. Я уже, в общем-то, не играю, потому что только что прошел одну флеш-игру, которую мои коллеги расхваливали, что вот, мол, она забавная. Это некий флеш, ну, флешка тролльного такого Марио, как это Марио называется. Вот, собственно, я его прошел за сколько, за полчаса, вроде того. Там всего 6 уровней оказалось. Ну, может, есть какие-то секретные, которые я не знаю. Но в целом, ну, вот и вся история. Тут просто все пытается тебя убить, все, что можно, ты не ожидаешь, где ждать смерти. Но что-то оказалось не так сложно. Давай. Попробуем пройти последний уровень. Возможно, тут есть какое-то продолжение. Можно просто по-другому действовать. Попробуем. Агент, да, ну то есть здесь ничего сверхъестественного у меня нет. Ну, валится все. Штуки могут тебя убить раньше времени, которое не ожидаешь. Я даже 100 раз не умер за прохождение. Умер там что-то 90, что ли. Но это уже не считается, так как я просто перепрохожу последний уровень.
Как у тебя дела? Ну вот. Не могу пройти последний уровень. Что если я пойду дальше? Ничего здорово. Ну да, в общем-то, это вся игра получается. Сейчас я на все вопросы отвечу. Агент Зельду прошел, да. А это я играю на компьютере, потому что это флеш-игра вообще, которую коллеги рекомендовали пройти. Ну я прошел за полчасика. Там всего 6 уровней. Ну вот, в общем-то, ничего особо примечательного нет. Так что... что можем поделать? Ну, надо что-нибудь на консольке запускать. Раз с этим... Всё. Вот. Ничего, я просто выключил, потому что все кончилось. Сейчас будем, наверное, на консоль переключаться. Ну, в общем, это оказалось слишком просто, слишком быстро. И придется минут 5, наверное, все тут перестраивать. Потому что пришлось микрофон двигать и все такое. Ну, среднячок неплохо. Мы вчера распаковывали кучу фигурок. Сейчас я пробую изображение поменять на вчерашнее. Получится. Прямо. Так, секундочку. Загрузки. Отстой. Ну да ладно. В общем, мы вчера распаковывали фигурки. Кучу фигурок. Было весело. Трехчасовой стрим был у нас. Ну я сейчас покажу какой-нибудь. Ну вот, например, такая-то. Это мы амибо распаковывали, это амибо. Это 8-битная Зельда. Вчера часа 3 распаковкой занимались. Потом еще 3 ходки мусор выкидывал от этого всего дела. И расставлял по полочкам эту шляпу. Большую часть вечера потратилась на это. Вот, это Линк. Небидный. Там их больше 100 штук. Ну все, я не покажу. Пожалуй. Вот. Ну да, тут прям квадратики видно. Я, правда, не знаю, как посчитать, что она действительно 8-битная. Вот. Ну, в принципе,
Поверю, поверю авторам. Фигурок. Вот, надо поиграть в Марио Мейкера, наверное. Фотка хорошего качества. Да, вот это мне нужно только ее скачать откуда-то. Я смогу это сделать. Так, где ты, где ты, где ты? Ну, если так вкратце выглядит это все вместе. Тут 8-битный линк и много-много-много-много разных персонажей. Так, где мой чат? Отвернись. Ну там я запись выложил на ютубчик. И стрим, в принципе, на Твиче еще будет какое-то время храниться. Вот. Тут самая большая фигурка это Йоша плюшевый. Остальные поменьше в целом. Вот. Еще одна фигурка мне должна. Ну, вчера приехала, оказывается, но я ее с почты еще не получил. Вот. Ну, теперь, наверное, придется прерваться минут на 10. Пока я все переставлю, обустрою. Продолжим дальше играть во что-нибудь. Пылесос. Да, о, Викамен, здорово. Спасибо, что зашел. Ну, игрушек действительно много, больше сотни. Вот. Я так и не посчитал. Но это почти все, что существует. Еще одна ко мне приехала. Вот. Среднячок. Ну, это не секрет, но я не знаю. Я не стал считать, чтобы не расстраиваться или не думать о том, сколько на это потратил. Вышло много. Как-то так. Как-то так. Но это много фигурок, в общем. А так нам нужно бы. В общем, давайте прервемся минут на 10. Я все переставлю, микрофон, диванчик и все такое. И продолжим. Надеюсь, увидимся. Викаман, ну, мы уже его прошли просто. Только что он оказался слишком короткий, там всего 6 левелов. Вот. Так что я сейчас перенастрою стрим и увидимся чуть позже.